Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы Всадники Олуха. Так, что у нас тут за награды? 14 тысяч бревен. Ну что, забрали. Так, Беззубик, что ты нам тут? 8 зубов каких-то. Ладно, заберем. Так, тыква тут прыгает у нас. Блин, еще... еще два разика, ребят, нам найти, да, и мы сможем открыть вот это вот яйцо. Кстати, да, у меня тут выводится одно яйцо. Я не знаю, ребята, что это за дракончик. Давай глянем. Опа! Хакату. Точно, 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 друзья мои. Конечно же, Хакату. Я его нашел. Так, вот он, как выглядит. Давай его немножечко покормим. Так, что нам сделать? Его на обучение? Ну, пускай летит, обучается. Так. У нас с тобой 200 тысяч рыбы и всего лишь 56 тысяч бревен. Маловато бревен-то будет. Маловато. Так, что ты? Что ты за... прыгал? Давай, иди. Дальше ищи бревна. Так, вы тоже, парни, летите за бревнами. Ты дальше продолжай искать. Громель. Давай тоже отправляйся. Так, этому мы подняли уровень. 25-й. Ну что, Беззубика, наверное, надо отправить куда-нибудь, да? На поиски. На поиски кого-нибудь, чего-нибудь. Так, подожди-ка, по заданиям, что у нас там с тобой? Так, поручите Громелю добывать 10 тысяч единиц рыбы. Так, Громель. Это где? Какому именно? А, вот этому. Вот этому Громелю надо. Так, ладно, пускай домой. Домой летит, да, типа? Так, ты у меня... продолжить. Так, заберите яйца. Бесплатно, конечно же, все. Так, и Громгильда у нас с тобой. Первое задание только выполнено, да? Ну окей. Индивидуальное приручение. Пускай у нее будет. Вот так. Лохань улучшилась у нас шикарно. Ну что же, теперь у нас по 200 тысяч что бревен, что рыбы мы можем собирать. Так, Беззубика я все-таки отправлю. Хотя, подожди, Беззубик мне пока пригодится. Мы с тобой пойдем. Ох ты, ох ты, ох ты. Сколько тут рыбы-то у меня тут подобывали. Молодцы, красавчики. Так, на защиту Олуха, я думаю, вначале мы с тобой отправимся, да? Потом уже после этого можно будет отправлять Беззубика и в приключения. Так, а эти у меня стоят, их нужно тоже, ребят, покормить. Так, лети. Я сюда еще и жутика поставил. Пускай тоже прокачивается. Вот такой вот он гигант. Так, давай, наверное, заберем с тобой пак. Посмотрим, что нам здесь выпадет. Так, монета Одина, это понятно. Ну-ка. Шепот смерти. Громель. Ужасное чудовище. Так, рыба. Ну и руны. Значит, надо еще один глянуть пак. 6 монет Одина. Так, а тут у нас ресурсы, да? Звездочка обычная, обычная и руны. Так, вроде бы с этим покончено. Давай-ка посмотрим, что у нас тут. Так, янтарь. Это все получаем. Это мы забираем. Так, отправить Беззубика в путешествие это мы сделаем. Обучить трех драконов. Обучить. Так, а ты почему не добываешь, а? Ходишь тут просто так. Ну-ка, быстро. Так, а ты не можешь, да? Добычей заниматься. Окей. Так, ага. Уровень получил. Разнокрыл. Давай его, наверное, дальше будем потихонечку прокачивать. Так, лаворык. А здесь у нас размягчитель. Слушай, а почему мне не дают возможности построить мост?
Это может быть на следующем уровне только, если... Скорее всего, так оно и есть. Ладно, здесь у нас забрать рыбу. Ну, на... Хотя, подожди, почему не забрать? Могу, все отлично. Что нам нужно? Ну, во-первых, ребят, для того, чтобы нам дальше с вами развивать деревню, нам нужно 5, если я не ошибаюсь, да, 5 драконов сделать 30 уровнями. Что очень и очень сложно. Потому что если посмотреть, сколько беззубика на 25 уровень, да, это нужно нам... Так, подожди-ка. Ну, ты видишь, да, 90 тысяч бревен. Недешево, совсем недешево. Это только лишь на 25-й, а дальше еще больше придется тратить ресурсов. Ну что, тут за любым можно, в принципе, лететь. Кого будем искать с тобой, я даже не знаю. Этих бы хотелось бы, конечно. Резьбохвост, экзотический лиственник. Это название, да, ребят? Так, я, наверное, вот Вострозуба попробую поискать. Да, пускай летит, ищет. Ну, а нам с тобой куда остается? Нам можно, кстати... А, да-да-да-да-да, события. Временные. Нет, временные события, мне акции не нужны. Давай посмотрим. Может быть, нам с тобой что-нибудь добавили. Так, здесь, может быть, нам убрать все-таки водореза. Мои драконы. Если я уберу водореза и поставлю ветрокрыло, я что-нибудь от этого выиграю, а? По идее, должен выиграть. Все-таки 9 уровень. Но этот станет. Этот блокирует. Блин. Я рискну, друзья. Я все-таки рискну. Ну что, поехали вперед. Получится, не получится, я ничего, ребята, не скажу вам точно. Будем смотреть. Волна. Две волны у нас тут. Опа. Так, тихо, малыш, успокойся, надо тебя немножко проучить на уклонение. Блин, вот эта шмакодявка тоже бесява, я же помню ее. Так, я все-таки, наверное, этим займусь в первую очередь. Давай-ка вот так вот сделаем с тобой. Атаку усилим. От мелких кусака, а? 181 единица урона, это неплохо. Так, ты сейчас довыделываешься, а? Почему они... Опять у них инициатива, да, обалденная. Ну-ка, добей, пожалуйста, а. Есть. Сейчас ты допрыгаешься у нас тут, кузнечик. На тебе. Так, он хочет, ребят, наверное, суперудар сделать. Ну, я-то ему это не позволю. А ну-ка, добей. Вторая волна. Так, что-то мне не нравится. Какого? 8 уровня и 8-го. Что творит, а? Ну-ка. Предположим. Давай-ка мы атаку сделаем усиленную и начнем бомбить. Неплохо. Пол хп с удара. Я считаю, что это великолепно. Викинги там что-то прыгают радостные, довольные, да? Окей. Добить сможем? Сможем. Ну что? Вот и твоя пора наступила, парень. На. Сейчас мы его прижучим. О, все, ему крышка. Слушайте, ребята, прикольно. Мы с вами прошли. Победа. Мы ничего не получаем за это же, да? Хотя, подождите, крутите колесо. Давай. Давай вот это вот. Вот. Да какие, ну 16. Ну почему там такой пак, ребята? Так, попробуйте еще раз. Так, это, наверное, для подписчиков. Ну да. Ладно. Что тут у нас забрать? Давай-ка мы с тобой попробуем. Вы получили набор карт. Проверьте почту, обязательно проверю. Но я хочу все-таки дальше подраться. Поехали.
Подожди, вперед. Сейчас мне интересно знать, с кем мы будем драться и сколько здесь будет волн. Одна из двух, отлично. Меня это устраивает. Какой уровень? 8. Поехали. Будем проучивать этих аглоедов. На тебе. Ну, крепкие, крепкие, ребята. Что я могу еще сказать тебе по этому поводу? Вау. Так, громылечка. Точнее, сарделечка, держись. Поехали. Будем термы вылуплять. Если что, у нас с тобой есть хил. Будем хиляться. Даже 2 хила. Ну и тут-то хоть сам себя немножко может подхилить. Нравится мне этот вот аглоедушка. Так, подбили. Этого встан. Слушай, я думаю, надо нам, наверное, хиляться все-таки. Блин, я не могу пропустить, хотя я могу сделать вот так вот. Блин, в любом случае придется добивать. Последняя волна. Ух, ё-моё. Это у нас душитель там стоит, да? Так точно, именно он. Поехали. А, у нас усиленная атака пока стоит. Замечательно. Ну что, попробуем, наверное, уничтожить этого. Есть. И остается лишь душитель здесь. Промахнулся. Так, мы по нему ударили. Слушайте, друзья мои, осталось совсем ничего. Может быть, даже сейчас его и вырубим. Чуть-чуть не добили, да? Все. Побед за нами. Давай посмотрим, что мы сейчас получим. Опять будем крутить колесо. Ну что, давай посмотрим, что нам на этот раз выпадет. Да ладно, блин, то и это. Теперь опять рыба 80 тысяч. Ну вот зачем мне рыба? Мне и так ее ложить некуда. Ага. Мы с тобой забираем конфеты. 500 штук. Двигаемся дальше. Слушай, если мы с тобой дойдем до конца, мы получим 200 рун. Блин, я хочу получить 200 рун. Смотри, какие тут странные, да, драконы. Это же Громкидлин, почему она такого цвета? Цвета детской неожиданности, а? Скажи-ка мне на милость. Меня все-таки вот этот больше почему-то нервирует, поэтому я именно с него начну. Предположим. Так, что он там? О, огоньком. Он еще и понизил мне, да? Атаку. Шитик этот. Громгильда, что собирается делать? Понятно. Они все огненные. Все плюются огнем. Убрали. Ну что, Громгильда, придется разобраться теперь с тобой. Уж ничего не поделаешь. Вот она как бомбит, а? Ну-ка давай хвостом ее огреем хорошечко, чтобы она в стан ушла. Так, сарделечка. И... да, добьем. Последняя волна. Ух ты! Ого! Смотри. Вау, прикольно смотрится, да? Мне нравится. Так, нам главное справиться бы с ними. Опа, всех сон, да? На 3 хода. А этому что, по барабану, что ли? А ну-ка. Как он смог, извини меня, избежать удара? Но мне нравится, как он смотрится. Такой прикольный. У нас пониженная была атака, поэтому, друзья мои, пришлось сделать баф. Так, эти еще пока спят, и слава богу. Но они сейчас очнутся. Уже очнулись, да? Уже очнулись. Поэтому в наших интересах забомбить вот этого. Ну и потихоньку разбираться с остальными. На тебе. Что ты там собрался? Что ты запыхтел? Понятно. Сейчас мы душителя уничтожим. И до этого доберемся с тобой, да? На тебе. Он так смотрится противно. Весь в шипах, зубастый какой-то. Напоминает мне чем-то глубоководных рыб. Вот такие мерзоты.
на дне океана плавает. Так, ребятушки, ну что, крутим колесо. Смотрим, что нам на этот раз выпадет. 5 бревна, что... Вы издеваетесь просто надо мной. Просто издеваетесь. Подожди, 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 подожди. Куда это вы меня сливаете? Я еще не закончил. Так, забираем. Опа. Чего? Содержит плюс 160 новичков? Так. Пристеголов. Так, у нас с тобой... А что это за награда здесь, а? Хм, я не знаю, ребята. Но здесь будет поединок. Ох ты, их тут уже трое. Они 8 уровня. Так, ну что, повышенная атака поэтому идет у нас, да? Давайте будем разбираться именно с ним. Хорош. Понизил мне, да, атаку? Так, сарделечка. Ты смотри, что творит. Он понижает мне просто атаку. На всех моих бойцах. Ага, уклонение сработало, это хорошо. Что там собрался делать? Так, он сейчас будет ходить, да? Всеми своими драконами. Потом будем ходить с тобой мы. Так, уничтожишь? Есть контакт. Можно хильнуться. Но нужно ли? Предположим, сделаем так. Тут две волны же, да? Две. Пускай пока один тут в стане постоит. Пробафаемся. И продолжим бомбить. Ну что, остался один, последний. Супер удар будет сейчас, скорее всего, ребята, делать он. Не успеет. Если успеет. А он не успеет, ребят. Все, мы его добиваем. Так, и переходим на вторую волну. На второй волне кто у нас там? Воу, опять. Так, 8 уровень, 9. Уклонение. Слушай, он такой большой, да? Офигеть. Справиться бы с ним как-нибудь. Как-нибудь. Так, попробуем потиху... Да, ё-моё, уклонение еще это срабатывает. Так, подожди, нам не выгодно. Я хочу, ребята, просто отправить их в сон. Всех. Поэтому хочу дожить до этого момента. Суперудар, как ты видишь, у нас с тобой полностью накоплен. И вот мы с тобой делаем. Так, сколько? Не очень, конечно, много нанесем повреждения, но, по крайней мере, они не будут мешать нам. Всех, да, загнали в сон? Поехали. С этого будем начинать с тобой. Так, что там ты затеял? Сейчас мы его добьем. Готов, хлопчик. Так, теперь мы с тобой, наверное, хильнемся по полной программе и начнем бомбить дальше. Так. Давай, наверное, атаку усилим. Ну что ты там? Понятно. Хорошо, что у нас защита стоит. Ох ты. Мелкий пузан. Давай глушить его. С одним-то драконом мы с тобой справимся. Он никуда от нас не денется, хлопчик. И добивочный. Найс. Ну, неплохо. Согласись-ка, мы с тобой здесь поиграли. Так, крутим колесо. Дай пак. Нет, перелетело на бревна. Нет, ну в принципе бревна нам с тобой тоже нужны. Так, вперед. Это, я так понимаю, последний бой у нас с тобой здесь. И судя по всему, здесь будет типа босса, что-то такое, да? Две волны, опять же, я так понимаю. Угу. Ну что же, давай приступать. Вот этот вот больше всего меня напрягает, потому что он бафает всю команду. Причем баф на атаку и на защиту. Сколько я помню,
в наших интересах сейчас как можно быстрее его закумарить, чтобы он не накопил энергию и не воспользовался. Так, а этот... Ах ты жулик. Этот же тоже пристеголов, да, имеет массовую атаку. Жарит. Да хорош ты, а. Ну, сейчас, сейчас, сейчас мы его вырубим. Готов, парень. Уносите. Охо-хо. Вот что творит, а. Смотри, что он тут вытворяет. Поет, как пляшет. Ну, на тебе. Давай, захиливайся по чуть-чуть. Что-то мне подсказывает, что в конце будет какой-то босс. Супер-пупер-дракон. Могу ошибаться. Я хотел бы, чтобы я ошибался. И что творит, а? Так, давай бафаться. Сильный-сильный, конечно, вот этот вот. Достал ты, а? Поехали. Раз-два. Что-то там опять за... Это понятно, это ерунда, это терпимо. Оглушили и добиваем его. Ну что, последняя волна, кто у нас там? Два пристеголова, да, и плюс вот этот вот. Блин, начинается. Как всегда, у них инициатива офигенная, они не начинают ходить первыми. Блин. Воу-воу-воу. Он легендарный, это... Упс, ребята, это босс. Это и есть босс. Так, подожди. Что же сделать? Ну, во-первых, надо их в сон всех отправлять. Если я доживу. Сейчас боюсь, как он влупит свой суперудар какой-нибудь. Я еще постигал. О, вот, вот этого я боялся. Блин. Так, ну-ка. Вот этим нужно заниматься обязательно. А он сейчас, наверное, мне сардельку подобьет. Хоть бы не по ней. Ну, конечно. Ну, конечно, не по ней. Ой, ребят, не знаю, нам придется как-то станить его. Станить, атаковать. Получится ли? Предположим, мы его застанили, да? А чё так... Эй, погоди, он очень быстро почему-то из стана выходит. Да посмотри, а. Он на следующий ход уже выходит из стана. Сейчас будет мне... Уклонение, хух. Ты не оборзел ли, а? По два раза-то ходить. Давай вот сюда атакуй. Че ты кого-то атакуешь постоянно? Блин, еще и атака понижена. Он хочет шлепнуть мне его просто-напросто. Мне вот придется только так делать, ребят. Отхилиться, и другого варианта я не вижу. Что он там делает? Сейчас накопит гаденыш себе на суператаку, да? И он как вжарит. Он так вжарит. Ага, вот, спасибо тебе большое, хоть переключился. Вот переключился. Так, что он сейчас, ребята? Он, блин, боюсь, что-нибудь мощное. Что-то мощное такое сейчас сделает. Встану, что ли, вогнать или подхилиться. Да ты запарил, а? Ну ты... И еще раз ходит, да? Ой, ребят, на волосочки. Все, по-моему, сейчас... Вострозуба мне. Да. Ой, ну что, придется влуплять. А другого варианта нету все равно. И как-то вот потихоньку его надо будет разбирать. У синих против нас. Блин, он еще и против зеленых, да? А мы против синих. Короче, кто кого, как говорится, да? По идее, я должен его запинать. Друзья мои, запинал.
Ну что же, мы получаем с тобой, ну, во-первых, колесо крутить. Угу. Бревна. Так, это во-первых. А во-вторых, мы с тобой должны забрать 200 рун, по идее. О, да. Вот это я понимаю. Слушай, у нас с тобой 320 бревен. А что я могу сделать? Ну, построить, может быть, что-то, а? Куда мне не хватало? Скажи мне. Что мне построить? Я пока ничего не могу сделать, да? Никуда не потратить, ничегошеньки. Да, это как-то немножечко обидно, что столько бревен, столько всего, и ничего не могу сделать. Так, ладно, давай получим с тобой награды здесь. Что у нас там дальше? У нас еще арена же с тобой. Громель, шепот смерти, острозуб. И все пока, да? В академке вовсю идет прокачка. Так, а я могу кого-то еще отправить же? Так, секунду. Давай-ка тебя, наверное, парнишка, как ты думаешь? Да, прожорливый, однако, да, тут у нас дракончики. Ну, иди обучайся. 138 тысяч бревен просто на прокачку следующего уровня. Офигеть. Ну что ж, давай тут, наверное. Оп, получили награду. Так, используй ускорение, победить драконов в схватке. Ну что, на арену? Так, ага, новый набор карт. Ну-ка посмотрим. Крылатый ужас. Древоруб, шепот смерти. Ну и ресурсики. Слушай, ну это ж прикольно. Так, я ведь, по-моему, могу прокачать древоруба, если я правильно понял. Так, беззубик я могу тебе улучшить? Могу. Это уже хорошо. Так, а древоруба тоже... Ага, понял. 24 уровень нужен, да? Так, а острозуба? Нет. Престиголовая я тоже не могу, это я знаю уже сразу. Так, ну что, давай, наверное, с тобой подеремся теперь за паки. Пак вождя. Так, сколько там? 8-9 уровни, ё-моё. Ну ладно. Давай драться. Блин, офигеть, этих взял, да? Громорогов. Блин, что я этого чемпиона взял с собой на арену, он. Так, ну что, будем с тобой, наверное, по старой традиции, да? Копим на суперудар, потом на сон. Блин, если выживем, конечно. Надо было, наверное, атаку ставить массовую, нафиг. Ну, он тоже копит энергию, смотрю. Началось. Вот про это я тебе и говорил. Вот именно про это я и говорил. Сейчас будет. Так, мне нужен сон, сон. Потом громель ходит. Блин, не успеем мы, да? Я боюсь, не успеем мы сделать с тобой. Сейчас он сходит, потом в следующий раз сходит он. Потом только в сон мы сможем отправить. Ну что, давай. Вылуплять. Кем займемся? Этим, наверное, да? Конечно же, этим будем заниматься. Поехали. У него, правда, защита, блин, стоит. Сардельку мою бомбит, а? Блин, я не знаю. Давай, наверное, так сделаем. Этот еще пока спит. Пускай у него сейчас будет массовая атака, ребята. Что он там будет делать? Ага, щит влепил. А этот уже проснулся, что ли? А что так быстро-то?
трындец. Ладно, давай. Уклонение. Сейчас мы с тобой займемся нормуль делами. Быстренько этого сейчас ушатаем. И займемся уже. Блин, как сделать-то лучше? Давай добивать, фиг с ним. У него опять суператака, да, готова? Поехали. Так. Ставим. И будем потихоньку уже уничтожать. Пускай он что-нибудь тут сделает. Брыкнется, да, как говорится. Но он, наверное, уже понял, что шансов здесь нету. Ну, а мы с тобой выкрутились, и причем довольно успешно. Кстати, вот этот дракон, да, со своим сном в три хода очень даже хорошо нас выручает. Так, нам нужно с тобой еще 7 драконов победить. Это чтобы получить только лишь первый пак. Я надеюсь, здесь нам дадут все-таки 2 пака. А то в тот раз ты помнишь, да? Один пак дали и сказали, иди гуляй, парень. Свободен. Блин, везде берут вот этого громорога, а? Он меня бесит. Ну и этот тоже меня раздражает. Слишком больно кусается он. Тоже сарделечка, да, я смотрю, у него тут. Что он сделал? Мы тогда вот так сделаем с тобой, да? Ну чё, я думаю, с усиленной атакой будет повеселее нам с тобой здесь разбираться с ними, да, ведь? Так, сарделька вражеская ходит. Понял, теперь моя очередь. Упс, сейчас будет... Ребят, сейчас будет суперудар. Хотя, может быть, и не будет. Не успеет он. Мы его застанем. Сейчас будем разбирать. Что он там делает? Усилит себе атаку? Никчемную эту. Ну-ка, давай-ка пшикнем. Вот так вот. Ну что, сарделечка? Будем тебя сейчас разбирать. Да-да. Не-не-не, это тебе не поможет. Это тебе не поможет, потому что мы тебя будем станить. И сейчас сарделька тебя убьет. Повезло тебе. Все. А я тебе что говорил? Я тебе ничего не говорил. Не выдумывай. Так, ну что, ребят, скоро у нас будет 5000 кубков. Еще 4 дракона. Ладно. То есть 2 боя, но это как минимум. Потому что за каждый бой мы... Так, тихо, у него что-то мне напоминает мою колоду. Ага, у него только сарделька и громль. Окей. В моих интересах, друзья мои, уничтожать вот этого в первую очередь. Я думаю, ты понимаешь, почему. Да, именно из-за массового сна. И 100% он его наверняка хочет применить. Он будет стараться, по крайней мере, это сделать. То, что у него две, конечно, вот эти вот забияки. Опа. Ищу я атаку сразу же. Слушай-ка, ищу я атаку. Увеличил всем. Так, сколько у меня энергии? Блин, маловато. Он его хочет уничтожить. Ладно. Продолжаем. Так, добивочный. Нормуль. Так, по кому мы с тобой наносим? Давай вот этого, наверное. А это сарделька тоже, да?
это сарделька. Блин, наверное, не получится ни шиша у нас с тобой. Меня разберут здесь быстрее. Скорее всего, меня здесь быстрее разберут. Посмотрим. Да, получается так. Отражение, сколько оно там действует, я уже не помню. Я уже не помню, сколько оно действует. Отдуплился, отлично. Ну давай, давай, давай. Сам себе, все, друзья мои. Вот чем хороша сарделечка. Ты понял, да? Отражение вешаешь, и все, и весь урон возвращается тебе в лицо. За счет этого мы и выиграли. Ну что, продолжаем. Нам нужно еще одного дракончика забомбить. И все у нас с тобой будет хорошо. Мы получим пак вождя, потом еще поделимся на арене. Так, Громгильда, значит. Громорог. Ну, на самом деле, это не Громорог. На самом деле. Это, друзья мои, как бы тебе сказать, разновидность Громорога. Уклонение, блин. Вот так вот я сделаю, наверное. Сейчас будем бомбить массовыми атаками. Нам нужно быстрее вот этого уничтожить. Он пока, видишь, тоже бомбит обычными атаками. Он хочет применить сон. Я уже раскусил эту тактику. Он хочет применить сон, вырубить нас, ну и начать уже потихоньку бомбить, как я это делал. В принципе, я на таком бое эту тактику и подсмотрел, если честно. Теперь будем разбираться вот с этим олухом. А? Нет, я лучше, наверное, Громгильду бомбану. Мне просто с ней сейчас проще намного справиться. С этим придется еще повозюкаться маленечко. А вот Громгильду там... Так, кому-то сейчас достанется. Угу. Уклоняшка, блин. Так, ну что? Убиваем, наверное, я так понимаю. Блин, еще живет партизанка. На. Так, ну и остается вот этот вот шлакобойщик у нас. Шлакобойщик. Ну, мы его, естественно, друзья мои, будем сейчас просто прижучивать по полной программе. Бомбить всеми правдами и неправдами. Так, очнулся и обратно в сон. Ой, в стан. Так. И хвостом добиваем. Все, ребята. Зергут. Ну, а мы с тобой сейчас заработаем пак вождя. Ну, родной мой, открывайся. Крылатый ужас. Злобный змеевик. Водорез. Крушиголов. Вот он, значит, да? Крушиголов называется. Ну что, друзья мои, давайте еще за один пак все-таки поборемся. Как говорится, он лишним не будет. Так, он там взял скалотряса чемпиона, да, у него в отряде. Ой, древоруб. Блин, тут, конечно, надо древоруба, я думаю, в первую очередь сносить. С его огненными атаками. Потом уже будем разбираться с этим шитиком. Хотя и этот тоже кусака, будь здоров. Ага. Было больно. Смотри, что творит, а? Пугало огородное. А у нас еще по скалотрясу будет урон пониженный, потому что он огненный, да. А у скалотряса-то наоборот, по нам будет усиленный урон. Так, ну что у нас там получается? Валим, да? Окей. Так, дальше, кого он тут, блин? Поехали этого, короче, начнем станить. Так, пониженная атака. Давай, сарделька, сарделька, сарделечка.
Уничтожить? Нет, не получится пока. А вот этого глушанем. Заглушили, чувачка. Так, что этот придумает сейчас? Фигню он придумал. Так. Блин, ну ладно. Так, очнулся, да? Нет, парень. Быстренько встан. Поехали. Отлично. Хвостиком. Очнулся, да? Опять встан. И вот таким образом мы с тобой его сейчас уничтожим. Да, друзья мои, отлично получилось. Великолепненько просто. Очередная победа. 3 дракончика побеждены. Ну что еще нам? Ой, блин, 7 драконов победить надо будет. 7. Ух, ё-моё. Какие 10 разряды? Все, что ли? Ну, мне не справиться тогда. Оу. Все, ребят, приплыли, по-моему. Да? Ладно, давай попробуем посопротивляться хотя бы. Ох, ё-моё, вжарил, а. Сейчас 3 раза будет ходить. Потом только я. Ну, во-первых, сразу атаку. Тут понятное дело, ребят. Без усиленной атаки здесь даже делать нечего. Так, сейчас он раз-два. Раз-два. Потом громелька ходит. Точнее, не громелька, а сарделька. Сарделька, добьем этого. Так, теперь давай, наверное, вот так вот сделаем. Все-таки по фиолу у нас усиленная атака идет. А синий мы уже потом разберемся с тобой. Отлично. Так, ну а с этим теперь уже в самую последнюю очередь, да? Просто его будем держать постоянно в стане, не выпускать. И все у нас с тобой будет отлично. Главное, что острозуб у нас целенький. Так что все у нас нормуль, друзья. Лучше, как говорится, не придумаешь. Да, победа за нами. Так, ну что, остается нам 4 дракона с тобой победить. Сразу же очередная схватка. И смотрим, какие тут. Оу, 11-й уже уровень. Фига себе. Да куда же вы мне таких ублюдков-то даете, а? 11 уровень, куда мне 11 уровень? Издеваетесь, что ли? Тем более огненный. А огненный, как мы видим, ребята, наносит офигенный урон по зеленым. А зеленые — это мои бойцы все. И сейчас, по-моему, тут будет разбор полетов. Смотри, сейчас посмотрим, сколько он наносит урона. 221. Вот так вот. Что это он тут решил сделать? Ох, даже как. Блин, это еще громорок тут. Что он хочет? Я понял, понял я, что он тут, ребят, намечается. Что он, точнее, собирается сделать. Он боится его. Он боится его, что мы в сон вгоним. В принципе, правильно, что боится. Ладно. Так, ну одного мы тоже сейчас с тобой уберем, да? Так, теперь будем заниматься чем? Станом? Станом тогда лучше, да. Ну... Блин, или... Нет, станить будем. Что он там? Понятно. Смотри, что творит, а? Что, уже оклемался, что ли? Что-то как-то быстро оклемался-то, парень. Кто там? Сейчас он ходит. Там сарделька, да? Сейчас сардельку уничтожит, скорее всего. Да, ребята. Понижает постоянно атаку. Ну, это трындец, если честно, это трындец, ребят.
Этот ударит, я добью. Потом нам как крышка, скорее всего, будет. Я даже добить не смогу. Или смогу все-таки? Не, ну тут ладно, добил. Супер. Блин, трындец. У меня нет с тобой, ну, чтобы я смог отхить. О, еще и уклонение, все, ребят, ну тут понятно. Еще вместо оглушения уклонение сработало. Что-то по уровню вообще. Это перебор, ребят. 10-11 левелы дают. Мне никак не справиться. У меня лишь 7-9. 8-9 и все. 10 уровня ни одного дракона нету. Ладно. Так, ну главное, двоих победили. Остается еще сколько? Еще двоих. Давай быстренько с тобой это дело провернем. 10-й. Да что ты будешь делать, а? Видимо, я дошел уже до такого параметра, где уровень 10-й это уже норма. А я тут со своим 8-7 номером. Да. Трындец, конечно. Успокойся ты. Так, этот еще кусака. Так, ну что, попробуем. Раз. Блин, а у Громель, у Сардельки, блин, понизили атаку. Видишь, повышенный урон. Даже показано, что повышенный урон идет. И этот тоже сейчас, да? Кто он там? Он красный. Сейчас немоту. Ну, а о чем, ребята, я вам говорил? У красных повышенный урон по зеленым. Да тут хоть кого бери, какая разница уже. Сейчас распечатают нас. Вот, бедная громелька. Точнее, сарделька. Да. Против красных, друзья мои, нужны синие драконы. Против красных уже синие драконы. А синих драконов у меня практически нету. Есть там какая-то шелупень? Сейчас посмотрим. Так, что у меня из синих драконов? Змеевик 6 разряда. Это не дело, ребята. Беззубик тоже 7 разряд имеет. Грамгильда. Только лишь Грамгильда у меня есть, да? Кривоклык. Кстати, кривоклык. Слушай, а ведь я его не брал. Я даже не знаю, что он делает. Ребят, давайте-ка возьмем и вот так вот снарядим. Кривоклык, да? Косолом имеет 5 разряд. То есть, как бы, ну, не годится пока. Не подходит. Давай вот так вот посмотрим. Я не знаю, что делает кривоклык, потому что у нас не было возможности его протестить. Но что-то мне подсказывает, связано это все дело с огнем. Так как у него стихия, извини, огня. Сейчас будем смотреть. Опять 10-й, 9-й уровень, ну зашибись. Кривоклык, он у нас красный. Красные против кого хорошо работают, ребят? Против зеленых. Зеленых я тут вообще не наблюдаю. Поехали. Так, пристоголов сейчас будет кого там бомбить. Понятно. Так, на тебе. Опа. Фиол, да? Фиол против, ну он против синий должен быть хорош. Повышает защиту все свирепые драконы 30%. Так, а вот это все союзники воспринимаются как противники. Что-то странно. Все союзники воспринимаются как противники. Да какое, блин, уклонение. Он психует, ребят, он психует. Он понимает, что жестко здесь все. Видишь, еще и замедление повесил. Поехали. Так, ну что, займемся кем? Он вот этим, наверное, шитиком или этим?
Фиол, фиол зеленый, хорошо разберем. Давай с этого начнем. Так, по идее, мы его должны ушатать. По идее. Ну, если вот так вот уклоняться, конечно. Так, что же, все союзники исполняются как противники. Очнулся, что ли, родной мой? Очнулся. Так, поехали. Блин, уклонение это срабатывает. А зачем? Что такое, не могу понять. Опа, уклонение, так. На тебе укус. Окей. Так, ну он сейчас добьет, наверное, да? Опять уклонение. А чё ж ты так попасть-то не можешь, парень? Ха. Не мог попасть и все, ребята. Ну что же. А мы с вами выиграли и забираем последний пак. Вот он, родной. Так, душитель, громорок, громгильда. И все, что ли? И все на этом. Так, забираем с тобой бревна. И забираем тут 10 рун. Так, это я все забираю. И стоят, ладно, прохлаждаются. Быстро, быстро, я не знаю, там за работу. Кто у нас тут еще? Так, иди. Так, чтобы тебя обучить, может быть. Иди-ка, древоруб, обучайся у нас. Так, а ты за рыбой. Так, нюхохват. А, постеглот. Постеглотик. Так, здесь. Блин, расширьте академию, а. В плане. А, он не может больше рыбу собирать. Ты лети тогда. Ни рыбу, ни древесину уже мы не можем с тобой, да, добывать. Я события точно все сделал? Нету больше тут драк никаких. Нету. Ну что, дорогие друзья, на этой ноте тогда будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.